С 2012 года в университете есть ежегодная традиция поздравлять всех студентов первого курса с началом учебы в форме концерта и дискотеки под открытым небом на площадке деревни Универсиады. 1 сентября этого года не стало исключением. Перед новоиспеченными студентами выступили лучшие творческие коллективы КФУ и почетные гости праздника. Поздравил с Днем знаний студентов-первокурсников ректор Казанского федерального университета Ильшат Гафуров. Вы должны знать, что вы лучшие. И вы лучшие, кто хотел и кто поступил в Казанский федеральный университет. Вы будете способствовать тому, чтобы о нашей стране слух хороший продвинулся по всему миру. Как отметил ректор, сегодня мир очень быстро меняется, поэтому выпускники вузов должны становиться своего рода универсалами, способными адаптироваться к условиям изменчивой конкурентной экономики, стремиться к успеху в любом деле и уметь его добиваться. Я желаю вам, всем тем, кто становится частью этой большой семьи, этого большого движения, этих больших традиций, название которым Казанский университет, чтобы вы эти годы в университете провели так, чтобы впитать все самое лучшее, потому что Казанский университет – это пространство возможностей. В этом новом учебном году Казанский федеральный университет принимает в свою большую дружную семью 11 240 студентов первого курса всех форм обучения, включая филиалы в городах Набережные Челны и Елабуга. Ребята и девушки прибыли со всех концов мира, из 83 регионов Российской Федерации. Диана Шилова, Леонард Влетьяров, Универньюз.